Парламентарии предлагают держать на особом контроле психику будущих призывников, начиная уже с подросткового возраста. Это, по их мнению, позволит сформировать полный психологический портрет каждого юноши и избежать суицидов в армии. С подобной идеей сегодня выступили сенаторы, направив депутатский запрос на имя премьер-министра. Парламентарии не на шутку озабочены тревожной статистикой в армейских рядах. По их данным, за последние 2 года в Казахстане скончалось больше 200 военнослужащих. 50 из них покончили с собой. Чтобы решить эту проблему, нужно тщательнее следить за развитием мальчиков с 13-летнего возраста. Тогда исполнять свой гражданский долг будут здоровые и подготовленные юноши, а не те, кто пришел служить лишь по принуждению, уверены депутаты Сената. Мы считаем, что здоровье, психика, психология мальчиков в возрасте 13-14 лет должны находиться под постоянным наблюдением. Желательно, чтобы перед призывной комиссией был собран весь психофизический портрет ребенка. Вся информация была собрана в специальной электронной книге. В настоящее время из-за отсутствия упомянутого выше специального документа в армию приходят нездоровые юноши, чтобы заполнить обязательную квоту.